Здравствуйте, с вами Анастасия Щербакова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. В приятное течение теплой тюменской весны вмешался холодный фронт атлантического циклона. Его северные ветры принесут дождевые облака, порцию прохлады и усиление ветра. 26 апреля в Тобольске облачно с прояснениями, ночью без осадков, похолодает до плюс 2. После полудня небольшой дождь и 8-10 тепла. Мышими облака в ночные часы без осадков и плюс 4-6. Днем пройдет дождь на термометрах 9-11 выше 0. В Задоуковске облачно с прояснениями, ночью плюс 5. Днем кратковременные осадки, потеплее до 12 градусов. Пилотовске облачно, после полуночи свежо, плюс 3-5. Днем небольшой дождь, весенний воздух прогреется до плюс 12. В Тюмени пасмурно, под утро без осадков и всего плюс 2. Днем небольшой дождь, столбики термометров дотянутся до 11 градусов. Кстати, 2 года назад в эти дни вообще лежал снег, так что все в порядке. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. А я желаю вам только хороших прогнозов и до встречи на нашем канале.